Всем привет! Значит, приехали такие сережечки и колечко от Стефана DC с Алиэкспресса через Таллин. Вот по Мисэкспрессу только принес сегодня. Выписываний очень много. Дал он мне купон на $3. По кэшбэку, то, что я повыводил через WebMoney, оплатил. То есть получилось на шару. Вот, как все знают, шару все любят. Значит, вот она была вот такая. Их китайская сверху, я так понял, уже вот наклеил Таллин. Вот такую. Значит, еще скрываем вот такую. Вот. Да. Ну, здесь уже целая куча всего. Так, значит, что? Как всегда, салфеточка для протирки с его логотипом. Вот, китайский воздух есть, присутствует, только какой-то подутый весь, покоцанный. Так и написано, air cushion. Cushion даже. Дальше даже пойдем, знание языка. Вот, 10 размер выписывал. Ну, это понятно, что медный сплав. Вот, бижутерия неплохая. Вот, здесь вот сережечки. Ой, что-то они в какой-то такой штучке. Так, 925 серебряные. Ой, ну мне так интересно, как могут за $2 быть серебряные сережки? Это вообще жесть. У них серебро там как грязи. У нас бабло такое платим, а у них... Молодцы. Так, в сторону. Салфеточка присутствует? Присутствует. Колечко сейчас... Перепроверим. Да, ну ни про каких коробочек, конечно, разговора быть не может. Вот такое вот колечечко у нас. Ух ты! Вот такое вот колечечко у нас. Настраивается? Настраивается. Вот так вот оно вот. С цирконием. Вот здесь, значит, у нас получается внизу тоже какое-то такое. А вот идет красивенький, завитеватый. Вот это непонятно. Или по идее должна быть какая-то пластмасса крашеная или искусственный жемчуг. Ну, они писать-то пишут. На самом деле-то кто его знает, что там. Так, вот это значит у нас сережечки. Сережечки выписывались. Вот. Под колечко. Вот колечко, если мне жена подаст, я покажу, какое колечко. Кольцо. И так вот оно все. Ох, это же жесть полная. Так, все по... Так, вот, значит, вот, смотрим, значит, чтобы было более так хорошо, наглядно. Так, значит, вот эти сережечки, вот колечко. Видно, какое колечко, квадратик с цирконием. Здесь, правда, 3 на 3. Вот, эти колечки, эти, как их, сережечки, гвоздички тоже были 3 на 3, но я выписал чуть дороже, 4 на 4. Вот, значит, тоже с цирконием. Вот, значит, он что ложит. Сережечки 2 и 2 вот этих вот замочка видно. То есть, если вдруг потеряется... сережечки замочек, то этот замочек можно, или даже, я не знаю, может даже одним, а сверху и вторым, как говорят, законтрить, да, чтобы уже точно ухо оторвалось вместе с сережками, кому интересно.
Так, значит, смотрится оно вот так вот будет в купе. Вот, кстати, типа вот такого плана я еще по монетам удалось мне стукнуть, и за 1 цент едет браслетик. Вот, как приедет этот браслетик на почту, принесу, значит, я сделаю тоже обзорчик. Так что вот так вот, Стефан Ди рулит, хороший чувачок, все делает четко, доставка четко, по Мисс Экспрессу, вот они, сережечки, колечечки, сколько ехало, там какая цена их конкретно, я напишу. Мне досталось чуть больше за 2 доллара, и то кэшбэковых, так что ничего я за это реальное бабло не платил. Все, всем пока. Ну вот, я немножко настраиваю, плохо настраивается. Оно видно, что 925 присутствует. Ну а что это 925? Будем предполагать, что действительно серебро. Но я в этом очень и очень сомневаюсь.